9. Есть. Брат. Это твой выход. Раз. Заметьте блогеров, что они покупают? Глупцы. Это вы чисто на глупцах так накачались? Да. На глупцах? Я на глупце. На одном. Артур, ты тоже на глупцах так накачался? Да. Калю глупцы. Бицепсы. Максим, на чем вы так накачались? Это баунти? На баунти. Я тоже пикс, красава. Итак, ребят, мы уже приехали в зал, это мой прием пищи. Pre-workout пикс. У тебя баунти? Ну, да. Я еще просто два голубца. Один ты, один два. Так, ребят, сегодняшний pre-workout – это кофеин. Вот мой протеин. Тут получается в одной таблетке 200, да? 200 миллиграмм кофеина – это, в принципе, норма дневная. Но я бахну 200 сегодня, потому что экстремал. Раз. Да ты черт, наркоман. Остановите этого парня. А это просто голубец был. Это просто камни. Пол, а чё моя? Три. Не, серьезно, две, одну надо. Попробуй три. Ну, одну порцию, она и две бабки. Ты все это время снимал? Давай три. Да. Стоп, нас снимали? Да. Везде блогеры. Я думал, это твои друзья. Вы чёрт такой блогеры. А, вот Бабак отделился, а здесь у нас... Я выключил кофе, я включил заново. Я включил. Сори, это профессиональные блогеры. Все. Я думал, это моя камера, я думал, ты ее включал, чтобы снимать. У вас? Вы что понакупали все это на какой камере? Макс опять прям. Пик. Смотри. Ну как бы пика нет, у меня просто. Ну-ка, покажи, Вован. Давайте будем мериться чем-то в раздевалке. Давайте членами мериться. Сейчас бы помериться бицухами, была бы четко. Давай. Потому что у меня пик. Опа, заруба намечается, или что? Заруба, арм-рестлинг. Опа. 83. Опа. 13 килограмм больше меня. Сори, ты тяжелее его на 13 килограмм. Что ты отскажешь? Сложно будет. Про это нечестно. 4 пальца. Тогда мы будем вдвоем, если что. 4 пальца. Вдвоем, короче, ребят, приехали мы в зал, и у нас четверо, получается, сейчас сделаем зарубу 2 на 2, я буду в команде. Химики заслонили меня тут. Да, у нас будет команда химиков, это Максим Шеврыгин и я. Я не хочу будет команда. Как называется это ваша команда? Рваных рук. Рваных рук? Опа! Опа! А ну покажи. А может и не только руки. Опа! Не, серьезно, как ваша команда называется? Четкие челики. Четкие челики? Окей. Химики. Химики против четких челиков. Химики сейчас всех будут взрывать, ребята. Это за вас. Так, ребят, наша долгожданная зарубка с Артуром, он же Арчо Моррис. Короче, сегодня будет все так же, как на Вортексе. Первое упражнение у нас будет становая тяга с весом 80 кг на 20 повторений. Дальше у нас будет подтягивание с дополнительным весом 24, тоже на 20 повторений. Дальше у нас будут трастеры, то есть приседания с жимом 30 кг. И последнее упражнение у нас будет махи-гантели 24, тоже перед собой на 20 повторений. Короче, все как обычно, кто сделает быстрее. И кто кого. Кто кого. Все, начинаем. Пиши в комментарии. Ставки. На спорт. Ставим на Ван Вин, короче, кто побеждает. Так, ребят, заруба года настала. Ты готов? Я что готов. Ты ощущаешь? Я ощущаю, что я становлюсь кроссфитером, но ради контента я готов пожертвовать пауэрлифтингом и сделать кроссфит сегодня. Ты хорош. Я знаю, он первый сделает Тарачтанова, поэтому мне нужно потом выложить, что будет в подтягивании. Давайте. Раз, два, три. Давай. Хорош. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, easy, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Арчо спину держи.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два. Сколько вы делаете? 15? 8. Спасибо. Раз. Два. А ты хорошо подобрал упражнения. Сколько, Арчо? А, херня, 12. После становой, да, жесть? После становой, это жопка. А мы с тобой не 24 будем. Ну, можно побить. Да, потому что 24 у меня до хера. Те как? Ну, КЗ, на становой может еще как-то выпить. Ну что? Готовы? Давай. Последнее. Три, четыре. Ну что, ребят, давайте потренируем уже. Сори. Что, ты все, что ли? Да. Не дрейфь. Погнали тренить, Макс. А ты 19 вроде сделал. Еще сделай. Еще один сделай. Еще, да? А еще, Паш. Нашел 20, сори. Давай. Вот что значит, когда становой сделаешь, даже когда у тебя так, подтягивание норм. Короче, ребят, если уже у тебя видео по сармам, оно скоро... Дальше делать нет. Голова просто очень жесткий. А все почему? Так, ребят, как вы поняли, я победил Артура, но, скорее всего, что скоро будет наша заруба. И также, дело в том, что мы рубили сегодня 2 на 2, то есть еще был один Максим против Макса Шеврыгина. Поэтому полную зарубу, где мы рубились 2 на 2. Можете видеть Максима на канале, ссылка в описании. Что давай там? Скажем, закупайтесь метаном, будете рвать всех, да, дрочей. Да, да, да. И наша команда, ребят, называлась команда Химика, вот он. Это мой... мой... Как это называется? Мой... Напарник. Это мой напарник по команде, короче. И мы это сделали. Подписывайтесь комментарии, на да, канал. Ставлю. И увидимся в следующем видео. Вызывайте, надеюсь, вам скорую, тебе понравилось. Ему плохо. Да, скорую. И ссылка на его канал тоже в описании. Ты рубился до конца. Я чувствую себя с Пасакукотским. С Пасакукотским? Ну ты не говоришь.